На камерной сцене МДТ Театра Европы премьера «Трактир Вечность» по пьесе французского драматурга Мохаммеда Касеми. Специально для этого спектакля текст впервые перевели на русский язык. Это совместный проект театра и французского фонда искусства наций. Его основатель Патрик Самье как раз и поставил «Трактир Вечность». На премьеру приедет и автор пьесы. Он хорошо известен на родине, но в нашей стране о его творчестве слышали немногие. Татьяна Баженова продолжит. Тебя не угодишь. Что ты делаешь? Деньги на ветер. Туда же любовь и покой в семье. В новой постановке МДТ «Трактир Вечность» на малой сцене при минимуме декораций будут кипеть истинные страсти. На подмостках всего 4 актера, которые призваны рассказать историю по мотивам библейской притчи об Иове. Пьесу «Трактир Вечность» драматург алжирского происхождения Мохаммед Касеми написал 3 года назад. Это одна из редких книг Библии, где есть столкновение человека и Бога. Я вообще помешан на Библии. Мне всегда хочется взглянуть на эти истории по-человечески. В данном случае это разговор о любви. Любовь пары Иова и Далии в пьесе нарушает вооруженные столкновения на религиозной почве. А ведь совсем недавно супруги переехали в курортный город и открыли там трактир. В рождественский вечер к ним заходит странный незнакомец, и события оборачиваются настоящим кошмаром. Специально для постановки в МДТ пьесу перевели на русский язык. Театральные тексты очень тяжело путешествуют из страны в страну. В каждой стране свой особенный способ чувствовать, любить, воспринимать те или иные события. Это, естественно, требовало большой работы, но работал я с замечательными артистами. На сцену выйдут заслуженная артистка России Наталья Фоменко, а также молодые актеры труппы Артур Козин, Леонид Луценко и Дарья Ленда. Новый спектакль Патрик Самье репетировал с артистами почти 3 месяца. Любопытно, что Петербург объединил автора и режиссера спектакля. Именно накануне премьеры они познакомились в МДТ. Впрочем, скоро французские создатели уедут домой, а спектакль «Трактир Вечность» станет репертуарным на малой сцене. Татьяна Баженова, Александр Аксенов и Владимир.